Приветствую тебя, инженер. Листая наш механический чат в телеге, я заметил, что некоторые методы сепарации топлива могут вызывать трудности понимания. И вот что я придумал. Я расскажу тебе, инженер, что из себя представляет технология сепарирования переливом, почему она классная и как настроить сепаратор, чтобы все работало. Схема. Куда ж без нее? Такая схема должна быть тебе знакома, ведь мы уже настраивали масляный сепаратор. Здесь для каждого топлива у нас есть группа танков. Высокосернистая, низкосернистая и дизельная. И настройка сепарации переливом будет всегда одинаковой. Почти. Давай мы запустим сепаратор на линии тяжелого топлива. Топливо мы будем брать из отстойного танка и накатывать будем его в танк сервисный. Теперь посмотри сюда. Эта труба, что обозначена пунктиром, находится внутри танка и снаружи ее не видно. Видишь трубу? А она есть. Так вот, если накатать сепаратором топливо в сервисный танк до уровня переливной трубы, то топливо будет переливаться обратно в отстойный танк. В этом и заключается суть технологии сепарирования переливом. В чем смысл? Сервисный танк всегда полон, температура в нем практически постоянна, содержимое гомогенно благодаря постоянной циркуляции и перемешиванию, что исключает расслаивание топлива в сервисном танке. Для работы такой системы в режиме автопилот осталось только настроить автоматическое пополнение отстойного танка. Но это уже другая система, это уже система трансфера топлива. Так как же настроить производительность сепаратора, чтобы система гарантированно работала так, как мы задумали? Нам необходимо взять текущий полный расход топлива, прибавить к нему процентов 20, этого будет достаточно для наших нужд, и поделить результат на 24. Полученное значение выставить на мультимониторе сепаратора посредством нехитрой манипуляции клапанами. Немного сложнее в понимании настройки может быть дизельная система. Тут два сервисных танка, и любой из них может быть как отстойным, так и сервисным. Как определить? Смотри на схему. На ней переливная труба берет начало в первом танке и ведет во второй. Тут еще и клапан, кстати, есть, его необходимо открыть. Танк, из которого будет правильный, то бишь снизу вверх перелив, должен быть расходным. Соседний будет отстойным. Так вот, а теперь напиши мне, инженер, одну мысль. Система пурификации тяжелого топлива тесно сопряжена с системой топливного шифтера. Интересно ли тебе о ней меня послушать? Я жду в комментариях, а ты можешь еще раз освежить знания по запуску сепаратора, чтобы хорошенько закрепить материал. Пока.